она про письмо маме. Вот, она с 2015 года со мной живет. Ее дети спели на Северном полюсе, когда на ледоколе проходили там артековцы. Вот. И я ее раньше стеснялся петь, ну, таких я их называю, светские концерты. Вот. Потом перестал, когда увидел, как пьяные 50-летние мужики с радостью подпевают. Ты можно быть таким воздушным здесь. На моих плечах солнце танцует, когда ему скучно. Я с утра беру весло и выпускаю из рук под вечер. Да, мне иногда тяжело, но я не хочу, чтобы было легче. Мама, посмотри, как я влетел с разбегу в это море. Ума в кармане миллион историй и бело-голубое небо на груди и три недели счастья впереди. Оп! И это зря, что-то может быть круче морского бриза. Ну, зачем теперь мне первый класс и виза? Я на белых парусах прекрасна, как невеста, как не верить в чудеса, когда нет прекраснее места. Мама, посмотри, как я влетел с разбегу в это море. Ума и друзей в кармане миллион историй. Заскучали ты и папа, дед и даже вредный брат. Но я буду сидеть и вспоминать, мотая километры. Если кто-то спросит, что за слезы, я скажу от ветра. Мама, посмотри, как я влетел с разбегу в это море. В кармане миллион историй и бело-голубое небо на груди и три недели счастья позади. Мама, я случайно сильно заболел морями. Спасибо большое.